Ребят, всем привет! Сегодня я расскажу вам про монтаж натяжных потолков. Покажу, как это делается и сколько можно на этом зарабатывать. Сегодня у нас стандартный потолок 13 квадратных метров с одной люстрой и с гординой 2,5 метра. Если все пройдет без происшествий незапланированных, то по времени ориентировочно на это должно уйти не более 3 часов. За это время чистыми я должен буду заработать 5000 рублей. Полностью за монтаж мы возьмем 7700. На материал уйдет примерно где-то около 1000. Затем остальные деньги мы вот с Вовкой, вот он выгружает инструмент, разделим пополам. Его половину еще пополам. И будут все счастливы и довольны. Вот такие вот у нас эвакуаторы в рабочем бусике. Очень удобно. Тут всю ржавчину закрыли. Легко снимается, из двух половинок они состоят. Так, вот такой вот у нас объект. Комната 13 квадратов. С одной люстрой. И гардина будет одна по всей длине помещения. Еще вот такой вот есть сюрприз. Обводы труб. Такие вот. И вот сложность еще кондиционера вот так вот. Для монтажа по инструменту нужен лазерный уровень. Желательно вот такой вот, конечно, на 360 градусов, чтобы весь периметр он отсвечивал. И мы сразу же багетимся по вот этой красной линии. Само собой стремянки, перфораторы, шуруповерты. Еще вот такой вот газовый баллон с пушкой понадобится для нагрева помещения, чтобы натянуть полотно. Вот Вовка уже начал багетиться. Так вот по линии все ровненько прикручиваем весь периметр. Итак, подготовка под натяжку готова. Багет по периметру прикручен. Под гардину закладная установлена. Установлена платформа под люстру. Осталось только нам вклеить обводы труб, чтобы обойти вот эти вот трубы. Сейчас вот мы этим занимаемся. Вклеиваем обводы. Кстати, это тот же самый клей, который мы используем и в производстве эвакуаторов. Приклеиваем подпятники на него. Очень хороший клей. Немного расскажу вам по ценам. Полотно вместе с монтажом обходится клиенту 400 рублей за квадрат. Установка гардины, установка освещения, обводы труб, заглушка по периметру. Все это дополнительные работы. К примеру, за установку погонного метра гардины мы берем 400 рублей за погонный метр. За обвод одной трубы 200 рублей. За установку люстры 500 рублей. Если там установка точного светильника, от 300 рублей. Пристеновая заглушка, погонный метр 80 рублей. Все, обводы вклеены.
углам мы повесили прищепки, за которые будет цепляться полотно. Затем с помощью такой вот пушки с газовым баллоном, баллон у нас взрывобезопасный, композитный, с помощью него мы разогреваем помещение, полотно начинает легко тянуться, так как оно изготавливается с небольшой усадкой. То есть, допустим, если здесь ширина помещения 2,70, то полотно изготавливается примерно на 20-25 сантиметров меньше. Повесили полотно. Так вот получились обводы. Все четенько, без морщинок. Сюда сейчас еще прикрутим карниз к брусу и установим люстру. Вот это. Клеится кольцо на полотно, вырезается, прикручивается вот такая вот планочка, выпускается проволочка и прикручивается люстра. Вот люстру повесили. Гардину под занавеску установили. Все, ребят, все готово. Загружаемся мы. Сделали монтаж. Взяли бабки. Главное не забыть поделиться еще со старшими пацанами. Выбить чек через кассу. Все, исходя из моей концепции, вин-вин, все доволен. Вовчик доволен, я доволен. Пацаны сверху тоже довольны, им тоже капнуло 6%. Так что все, можно ехать домой. Все, всем пока.